Воскажется грехи рабу Божьему Николаю, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сребролюбием, шалоимство, сквернословие, дочь побиваю. Все? Кажись, все. А на душе что лежит? Испуг. Боюсь без средств остаться. Богу-то молишься? Молюсь. Не шибко помогает. Ты научную литературу читай, ученых мужей. Линни, Дарвин, они гуманности учат. Вот почитай и подумай. Может, тогда и дочь свою бить не захочется. Имя-то как? Дочери? Не твое, несчастное. А, Наталья. Отпускаются грехи рабе Божией Натальи во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Имя как? Николаем крещен. Грехов много? Хватает. В церковь хожу редко. Даже не в каждое воскресенье. Это не грех. Что еще? Попиваю. Более того, я не представляю себе Святой Троицы. Это ведь противоречит данным современной науки, ведь так? Современной науке противоречит все. По современной науке мы вообще с собой жить не должны. Что еще? Страх смерти. Холодный, всепоглощающий страх, особенно по ночам. Что мне делать? Посоветуйте. Сделайте милость. Возьми диетический стол и гимнастируй. Отжимания на руках от пола. Обливание по утрам холодной водой. Молиться не надо? Из колодца тебе говорят. Лей прямо из колодца. Отпускаются грехи рабу Божьему Николаю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.